Ну, почему так происходит, ответ очень простой. Потому и происходит, что нечего вспомнить. Поэтому гордость я вижу, да. Но для меня, так сказать, гордость нашей страны, это, конечно, гордость за советский период, когда каждый день что-то происходило, когда каждый день как минимум несколько заводов или фабрик пускали в строй, когда, так сказать, решались действительно серьезные задачи, когда Советский Союз был, ну, практически по всем параметрам, если не страной номер один в мире, то как минимум страной номер два. Это, конечно, не значит, что в советское время все было идеально. Были значительные ошибки, которые привели к той ситуации, которая сложилась в постсоветский период. Но в то же время тогда были события, тогда были действительно значимые вещи, за которые можно гордиться. Ну, надо, наверное, не просто пытаться найти что-то сейчас, чем можно было бы там искусственно гордиться, а нужно такие поводы создавать. Тогда будет чем гордиться на самом деле.